Всем здравствуйте, дамы и господа, и гости моего канала, с вами, как всегда, Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием FNAF Security Breach DLC-шечка под названием FNAF Руины. Да, дорогие друзья, мы продолжаем проходить эту замечательную DLC-шечку. Айрон уже какой ролик, уже пятый раз подряд, что меняет трусы, но это не важно. Собственно говоря, получается... Мы в прошлой серии сбежали, так сказать, от Кличтрапа с Рокси. Там вообще так было, блин, муторно, жестко. Надеюсь, больше такого не будет. Пожалуйста, я больше не хочу такого. Но я смотрел, там что-то прохождение на 4 часа, так что мы уже больше половины вроде прошли. А теперь мы спускаемся куда-то вниз. Надеюсь, снизу нас никто не поджидает. Это было бы очень бы печально. Очень было бы печально. О, здорово. Что-то мы как-то подозрительно долго спускаемся. Ой, как мне это не нравится. Монти! Монти? О. Он плавает. Паркур, паркур. Тихо. Шух, фигля, орёшь. Чё так громко? Отлично. Теперь он тут. Смотрите, плавает, плавает. Тихо. Фух. Я думал... Туда. Туда, бота. Надеюсь, он сдох. Если реально сдох Монти, это будет настолько офигенно. Да, блин, прям Рокси и Чика будут моими врагами. Нет. Прикиньте, вот я не понимаю суть, типа, смотрите, когда Грегори, он срался, типа, каждого аниматроника, так еще у него был Фредди под рукой всегда почти, так еще он всегда, Фредди, помоги, а Кэссиди вообще пофиг, она там, о, что с тобой, Рокси там, она, блин, вся уже, я не знаю, боже. Я не знаю, как будто Кэссиди, она, ну, типа, смелее, чем этот Грегори. Намного. Прям намного. Она вообще бесстрашная. Мы настолько в темноте всегда ходим, типа. Понял? Понял. Маску мы тоже не можем одеть.
куда нам, если не секрет? А куда нам? А куда нам надо ехать и ехать? Куда нам? Нам куда нам? Да-да-да, окей. А, вот, лестница. О, тут темно. Фиги тут темно, прям в подвале как будто. Здорово. Бот. Не живой, да? Не живой, просто втыкающий. Вот, Фокси, опять напоминание Фокси. Пасхалочки эти, конечно, мне очень нравятся. Очень нравятся. Монти. Вау. Грегори. Я добралась. Ты где? Все хорошо? Может, удастся поймать сигнал? Кто озвучил, интересно, Кейсиди? Просто комната. Хотя, я думаю, там был подарок, но я не хочу одевать эту маску, чтобы потом опять появился. Do you need assistance? Do you need assistance? Нет, не надо мне помощи какая. Be quiet. Туда, минус голова. Бота туда. Картинги. Вау. Гонка Рокси. Гонки Рокси. Там прям мы ночью сейчас, да, ходим, ема. На, просто используйте, понял. Просто сейчас. Сюда. Роксана. Емай. Если у меня просто прервалась запись из-за того, что у меня уже места нету. Ролики, блин, по 15 гигов весит каждые по 30 минут. Да дофига, кстати. Пытаемся опять пройти. Пытаемся. Давайте это ты. Как я пройти? Она страшная. Give up.
You can't wait. Эу. Ну, меня как-то с километра убивает. Да. Понял. Ладно, сейчас будем думать. В общем, я примерно понял, как это работает. Мы идем сюда. Сюда. Она должна, по сути... Сюда. Да. Работает. И она сейчас проломит. Да, все, отлично. А я-то думаю, в чем прикол? Так. Сохрань. Отлично. Все, я понял, как работать с Рокси. Ты можешь прятаться вечно. Ну, конечно. Опа. Это от деда Дона, да? Так это... Вставайся, тебе не победить. А где эти... Это Роксана? Тихо. Смотри, как она страшная, это вообще. Это просто песня. Это просто песня. Ага. Ну пошло дальше. Блин. За ваше здоровье. Па-па-пам-парам-па-пам-пам-парам. Ну, примерно я понял. В принципе. Только как через Роксану пройти? Это уже не маленький вопросик. Тихо. Тихо. А! Типа как бы она далеко, а как бы она меня все равно хватает. Чё за бред? Роксана. Нужно ждать, пока она там будет идти, типа идти. Тогда я уже смогу как-то с ней овладеть, так сказать. Фиг его знает.
Он встал. Подождем, типа, пока. Ты сам и не будем так. Не будем выеживаться. Что меня все равно убивает. А, да. Как она меня видит? Типа, как она понимает, что я тут? Ладно, будем давайте общение, типа, не это. Хорошо. Давайте так поиграем, Роксана. Давайте по твоим правилам будем играть. Ага. Побежали. She hasn't found him yet. I better find him first. You can't hide. А, тут компьютер есть. Все, я понял. Просто надо было одеть маску. И опять ее надурить. Ну кто же знал, что тут вот такая вот параша. Вау. О! О! Емучий случай. Я не ожидал. Так. А. Микросхемы опять все взломать. Давай. Первая пошла. Вторая. Отлично. Сюда. О! Верни мои глаза. А, отпусти меня, отпусти. Ох, прости. Чё? Я ошибка. Чё? Кого? Грегори, и на гонках Рокси, ответь. Я слышу тебя. Ты слышишь меня? Да, могу. Что тут случилось? Похоже, что здесь все обрушилось. Да ладно. Что-то выбралось из-под земли, помехи. Я не могу выбраться. Похоже, мне все-таки придется сходить за полицию. Что? Ты можешь помочь? Это нет времени. Да. Ладно, далеко еще? Где ты находишься? Это место? Огромное. Там, внизу. Подвал под гоночным треком. Под гоночным треком? Хелпи, как мне туда спуститься? В этой области действует защитная блокировка? О, боже. Чтобы спасти своего друга, тебе придется отключить оставшиеся узлы безопасности в Боулинг Бонни и Фазер Бласт. О боже. Боулинг Бонни и Фазер Бласт. Робот. Хм.
Так, 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 так. Тут это комната. Нафиг эти комнаты нужны, если там ничего нету? Типа такое себе, такие комнаты. Боулинг Бонни. Ну, конечно, через... Что за катакомба? Мы просто... Music Man. Ага, опять. Я слышу. Мюзикменов слышу. Сколько там мюзикмен? Они как... Интерком, подожди. Грегори, are you there? Фига себе, у них тусовка там. Я, пожалуй, пойду. Как я понял, мне на этой тусовке делать нечего. What are those things? Похоже на диджея. Побежали. Убираем эту хрень. Я понял. Диджеев надо, короче... Бежали к тем диджеям. Где я? Кухня.
быстрее. Сейчас он вообще появляется? Мне опять заснули. Опять спят голубчики. Осталось последние две. Два тока идут туда. Отстань от меня. О! О! Фигню тут музыки-мены делают. Их надо просто обходить. Или как? Или откуда, кстати, я начну? Надеюсь, вот эти два они сохранились, типа. Вообще прекрасно, если все сохранилось. Как я понял, здесь не появляется этот кроль. Пошел. Понял, два последних где-то тут. Куда ты их направил? Фиг знает куда. Mm-hmm.
пошли активировать. Я забываю просто говорить, потому что я такой, ну, блин, в уме могу уже это все, так сказать, по полочкам рассчитать. Типа я забываю, что у меня ролик вообще-то идет. Пошло. Первый я камера, второй вот. Куда мне их дальше-то? Так. Фиг ли там один остался? Ловушки. Так, давайте. Так, ну. Вроде бы все чмордеи там. О! В смысле? Брах. Кстати, было сейчас страшно. Что-то я не ожидал прям появления этих чмородеев. Интересно. Очень интересно. Когда просто, кстати, ничего не говорю, это как-то бред. Так, смотри.
Они все на точку 2 должны. Где они? Точка 2. Все. На всякий случай, два раза. Так. Так это что? Смотрите, они здесь. А, я могу же смотреть местоположение. Вот они где. Все бегут сюда. Пока они все там, я бегу и все. Дело в шляпе. Последний. Так. Пожалуйста, дайте мне просто выйти отсюда. Мюзикмена. Я просто выйду. Спасибо. Я всех переусыпил. Все спят. Зайки мои. Так, ну и все. Так. Отлично. Узел успешно взломан. Ага.
Пойдемте, пожалуй. Так, ну что, дорогие друзья, наверное, мы на этом закончим наш сегодняшний прохождение, пятая, по-моему, часть прохождения FNAF Security Breach. Так что все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, ну с вами был Айрон, всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч.